Всем привет, с вами Фри. Мне тут 10-й легендарный предмет уже успел упасть. Собственно, первые два, которые на мне одеты, это колечко и запястье. И 8 остальных можно видеть в сумке. Да, одна легендарка — это запястье на фроста, потому что я забыл в рейде лут переставить. А конкретно на лут по специализации кровь мне упала спина. Получается, у меня нету таких легендарок, как плечо, ноги, агромара. И все. И получается, на этом танковский лут будет для меня окончен. Да, сущность этого плаща заключается в том, что он очень хорошо заходит на некротик. За счет того, что время его действия увеличено. То есть не придется подгадывать те 5 секунд до окончания дебафа некротического гниения. А можно будет сразу же, как только получаете достаточное количество стаков, дождаться, пока таймер некротического гниения будет не на 10 секунде, а как вариант, ну хотя бы на 9, и спокойно прожимаем эти магический панцирь, и он будет действовать уже не 5, а 10 секунд. Сейчас, ну-ка, подождите, потестим это. Я могу? А, ладно, вот так сделаю. Типа, ради теста, почему бы и нет. Раз, два, 10 секунд. Все отлично. Я доволен. Снимаем плащ, и действие антимагического панциря также продолжается. Как вариант. Можно что-то с этим интересное придумать, с миксованием таких вещей. Ладно уж, всех благ вам, счастья, здоровья, легендарок побольше, как говорится. Это самое главное, ну и самое главное — дропать их полезными. До скорого!